Якутяне приняли участие в первом всероссийском экономическом диктанте. Тема акции была обозначена как «Сильная экономика, процветающая Россия». В первую очередь проверили свои знания сотрудники Минэкономики и Госкомцен, а также студенты и старшеклассники. Продолжит Юлия Михайлова. Георгий Евдокимов после института работает первый год. Ежемесячно, как учат популярные гуру по экономике, старается отложить 10% от зарплаты про запас. Ну, стараюсь каждый месяц откладывать. Иногда не получается, скажу честно. А так и откладываю. Бюджет у Георгия строго сбалансированный. Все расходы тщательно продуманы. Главное – не нарастить дефицит своего семейного бюджета. Во-первых, это коммунальные услуги. Потом... Что еще? Ну, если есть кредиты, то кредиты и так далее, а потом уже семья и повседневные расходы, проезд и так далее. Вместе с Георгием свои знания по экономике проверили чиновники и сотрудники администрации муниципалитетов, а также студенты и школьники. Все они оказались за одной партой на равных. Никаких смартфонов, только ручка и бланк с вопросами. Меня интересовала финансовая грамотность, и я смотрел в интернете, искал, что можно к себе применить, да, и на будущее. По поводу вложений в пенсионный фонд и так далее, сбережения, как делать. 25 вопросов включают базовые экономические понятия и термины, методы и инструменты управления экономикой. Необходимо выбрать один правильный ответ из 5 вариантов. На выполнение работы дается всего 1 час. Диктант, конечно, покажет определенный уровень экономической грамотности населения, но для того, чтобы жить в современном обществе, нам, конечно, нужно же обладать некими экономическими познаниями. Принять участие в акции можно всем. Для этого необходимо зайти на сайт Вольного экономического общества России. Набравшие максимальное количество 100 баллов примут участие в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Юлия Михайлова, Евгений Тайтонов, НВК Саха, Якутск.